Ну, хочу поздравить команду ЦСКА с победой. Что касается нашей игры, я ребятами очень сегодня был доволен. Ребята полностью выполнили установку. Играли самоотверженно, за что я всем поставил пятерки. Все. Я сегодня поставил всем четверки. Хороший матч. Замечательно провели второй тайм. Во-первых, дневной матч, да, всегда не просто. Мы же не переходим на время, да, на местное. Для нас так же тяжело, как и для соперника. Наверное, для нас требовалось немножко больше времени. Это все. Алексей Григорьевич, в начале второго тайма команда, пропустив 4 мяча, не было желания взять тайм-аут каким-то образом, внести какие-то коррективы? Или вы считали, что происходящее на льду вас это в полной мере удовлетворяло? Да, там мы играли просто в меньшинстве. Наверное, обратили внимание, что там тайм-аут, думаю, смысла нет, потому что я видел, что ребята старались. Просто удаления такие, как бы, необязательные произошли. Все. Я видел у ребят то, что когда опять в полном составе играть, думаю, что все восстановится. Доиграли матч. Алексей Юрьевич, а чем была замена вратаря Царского матча? Мальчишка молодой, он дебютировал у нас сегодня. Вот, и решили, тем более здесь, в Хабаровске, с такой командой ЦСКА, посмотреть на него. Я думаю, что он не хуже юный мальчик. Хороший мальчишка, перспективный. Спасибо. Сколько ему? 20 лет.